Другим темам подведены итоги 18-й международной азиатской олимпиады по физике для школьников. Она прошла на территории нашей страны впервые. В составе команды России был один учащийся из Якутии. Всего в олимпиаде участвовали более 200 школьников из 25 стран. Они сразились в теоретическом и экспериментальном турах. В рамках олимпиады около 1500 школьников приняли участие в научных конференциях, олимпиадах по физике, информатике и химии. По итогам всех туров лучшие результаты показала команда Китайской Народной Республики, которая завоевала 8 золотых медалей. Сегодня вручили ведомственные награды организаторам, спонсорам мероприятия. Также обсудили план подготовки к международным интеллектуальным играм, запланированным на 2018 год. Олимпиада прошла на очень высоком уровне. Для нас уже стоят задачи такие, чтобы в следующих олимпиадах у нас появлялись и призеры, члены сборной Российской Федерации, призеры Азиатской физической олимпиады. Ну вот задача на перспективу.